разные слои использовали для добавления деталей. И примерно 10 лет потом даже кто знает где. Может быть, даже персонажа кто-то будет делать, и там подобный нужно будет какой-то там применить. Окей, okay. Игорь, ты про другой сайт продолжал? Да, что, другой сайт там, ну, опять же, из известных, это 3D Motive, где он, в принципе, тот же и 3D, только с другими уроками. Как бы все уроки и подход тот же самый, уроки разные, подход тот же.